Путин также сказал, что поставки F-16 Украине ничего не изменят и ни на что не повлияют. Он, кстати, и продолжил. Они продлят, если я не ошибаюсь, что-то в таком роде. Mm-hmm. То есть он сам себе и противоречит mm-hmm. в какой-то мере. То есть если они продлят, как он считает, то есть исходить нужно следовательно. Он считает, мы-то победим, но тогда с F-16 нам это дастся большей ценой за большее время. То есть даже исходя из этой его логики, они как раз-то изменят. Ну, в конце концов, что тут можно сказать? Естественно, F-16 изменят. Естественно, это серьезнейший фактор и серьезнейший инструмент, который появится у украинских вооруженных сил когда-нибудь, на более позднем этапе. На самом деле не то, что когда-нибудь, но позже, когда у украинцев будет достаточно много этих самолетов, потому что начало будет с малого количества по объективным причинам. Нельзя обучить единовременно большое количество пилотов. Это число будет, видимо, считанными десятками, ну, на первом этапе. Так вот, когда у украинцев будет больше самолетов, больше опыта, и я исхожу из того, что они получат и кое-какие другие системы, и системы вооружения КФ-16, и кое-какие другие системы, которые поспособствуют их эффективному применению, влияние их на поле боя будет все больше и больше. Но даже в начале это влияние будет ощущаться. Единственное, что необходимо понимать, небольшое количество F-16 не является чудо-оружием, которое мигом и коренным образом меняет ход событий на поле боя. Это тоже надо понимать, чтобы потом не быть разочарованным. Однако это очень важно, и шаг в создании, практически шаг в создании полноценных ВВС Украины западного типа, воздушных сил Украины, если правильнее говорить, сделан, и невозможно переоценить значение этого события. Также хочу услышать вашу оценку следующей новости. Как выяснили украинские солдаты, 155-миллиметровые снаряды одного европейского производителя не всегда подходят гаубице другого. Боеприпасы и детали не всегда взаимозаменяемы, и это усложняет техническое обслуживание и учащает поломки. Так ли это? Тут здесь надо понимать, что имеется в виду. Если имеется в виду, что не подходят в принципе к тому или иному орудию, то это понятно же, что это минус. Однако здесь тогда и пытаться не стоит. С другой стороны, Украина сталкивается с ужасающим, что поделать, зоопарком во всем, что касается поставляемых систем вооружения. То есть множество систем, техническое обслуживание которых, я уверен, просто потрясающие сложности у технарей вызывает, потому что нужно изучить много разного. Многие вещи не взаимозаменяемые. Проблемы, даже если калибр тот же самый, то в самом деле снаряды очень часто не подходят. Да, это сложности, но это то, с чем приходится иметь дело, что лучше было бы не получить той или иной системы вооружения вообще, либо все же иметь разные снаряды и разные системы. Ответ очевиден. Кстати, если уж на то пошло, пример я не по поводу орудия, а по поводу танков. Танков «Челленджер». У них 120-миллиметровая пушка, но нарезная. И снаряды для нее не подходят для танков «Леопард-2» и не подходят для танков «Абрамс». Вот вам разница. Ну разве нужно было из-за этого отказаться от «Челленджеров»? Конечно же нет. И это ужасающая объективная трудность, с которыми украинцы сталкиваются повсеместно. За то, что я называю винегрет и зоопарк систем, боеприпасов, и что с этим делать, и как. И, безусловно, это накладывает серьезный отпечаток накладывает, но а то ничего не поделать, приходится действовать именно так. Про винегрет и зоопарк очень точно. Ну, мне кажется, любой кризис и любая сложность — это возможности тоже в том числе научиться работать в этом зоопарке и преисполнится, так сказать. К чему я сказал вот эту новость? Да к тому, что вот приезжает Ким Чен Ын к Путину, и, как говорится, будут поставки вооружения, рассчитывают на артиллерию. В общем-то, на весь советский арсенал, который также был у Пхеньяна. В этом отношении тоже ж вот непонятно, а подойдут ли вот те боеприпасы, которые есть в КНДР, к текущим пушкам артиллерийским, которые есть у России? По большей части подойдут. Здесь иллюзий не стоит питать. Советские калибры, которые именно советский калибр, который используют корейцы, иногда, кстати говоря, они выпускают, то есть, снаряды, по сути, по лицензии, прямые копии.
того, что было в Советском Союзе, в большинстве случаев подойдут, сомневаться не приходится. Есть у корейцев и оригинальные собственные калибры, и здесь тогда вопрос стоит иначе. Захочет ли Россия, например, получить вот это оригинальное корейское орудие, для которой собственные российские снаряды и советские не подходят, и нужны, собственно, оригинальные корейские. Я не исключаю такого. Насчет орудий ствольных, есть у них одно дальнобойное орудие, так мне приходит в голову. Я удивлюсь, конечно, если его поставят, хотя я не исключаю такого. Но, например, я совсем не исключаю, что Россия захочет получить от Кореи крупнокалиберные или ракеты, крупнокалиберные системы залпового огня или же баллистические ракеты той или иной дальности, которые советским калибрам не соответствуют. Но, тем не менее, они самодостаточны сами по себе. То есть не нужно их, грубо говоря, засовывать в советскую пушку. Речь идет о ракете, системе, целой системе, которая запускает собственные ракеты. Пока это спекуляция, но я не исключаю, что Россия захочет это получить, потому что определенный дефицит тяжелых систем дальнего радиуса действия, тем более на сотни километров, у России налицо, я бы даже сказал, где-то не только определенные, а где-то серьезные, они хотели бы побольше. Дадут ли им их корейцы, что там произойдет, мы узнаем об этом. Но не все упирается в простые боеприпасы для орудий, для системы залпового огня «Град». В принципе, у корейцев есть что предложить России, в том числе и системы, сами системы, да даже те же танки. Если, в конце концов, у россиян дефицит в танках, и они захотят пару сотен корейского, назовем это так, ну не оригинальных, а вот тех вот советских. У корейцев есть и довольно оригинальные конструкции, базирующие на советских. Получить пару сот танков Т-62 – то почему бы и нет? Это я так рассуждаю за Путина и Ким Чен Ына, но понятия не имею, придут ли они к этому. Американцы очень тщательно следят, у них хорошие источники информации по данному вопросу. Мы услышим, о чем они договорятся, ну, я так думаю.